интересных номеров. Репертуар, наработанный за 5 лет. Танцевальное мастерство продемонстрировали участники хореографического коллектива Free Dance в рамках шоу-концерта «Наша высота», который прошел в Центральном дворце культуры. Интересные музыкальные и световые решения, выступления приглашенных гостей были подготовлены для зрителей в честь юбилея. Фриденс – это не только современная хореография. Здесь можно освоить классический народный танец в стилизованной форме, научиться акробатике и гимнастике. Участники коллектива – дети от 4 лет и взрослые. Сегодня нашему коллективу исполняется 5 лет. Проделан очень большой объем работы. Мы достигли успеха не только в Московской области, но и заявили о себе за рубежом. Коллектив стремится только вперед, к развитию. В этот вечер коллектив Free Dance зарядил невероятной энергией всех присутствующих и перевернул их представление о мире танцев. Стать частью танцевальной семьи может каждый. Записаться на занятия можно по номеру телефона, который вы видите на экране. Евгения Корецкая, Александр Оржевский, Щелковское телевидение.